Казанский федеральный никогда не оставался в стороне от празднований в честь Дня Победы. А с недавних пор университет стал еще и одной из главных городских площадок, на которых проходят праздничные мероприятия. Так, 30 апреля в КФУ состоится уже традиционный студенческий марш Победы. Его детали обсудили на заседании ректората. Например, отметили, что в этом году марш будет чуть скромнее, нежели в год празднования 70-летия Победы. Но основные атрибуты праздника, такие как бессмертный полк, КФУ, рота барабанщиков и даже полевая кухня, останутся. Есть и другие немаловажные изменения. Ожидаем в этом году Шатровка 3-3500 человек. В прошлом году было более 5000. Ну и мобилизация была очень серьезная, и автопарад был, и байкер-команда была, и много машин было задействовано. В этом году чуть поскромней. Добавление 9-й взвод. У нас Шатровкач в этом году все федеральные университеты поддержали, приезжают к нам гости за 3 дня. Ректора прислали письмо поддержку в адрес руководства университета. И со следующего года данный проект будет проходить во всех федеральных университетах. Празднование в честь Дня Победы одним маршем не ограничится. Сразу после марша на сковородке состоится торжественный митинг с участием ветеранов и почетных гостей. А вечерняя программа продолжится галоконцертом фестиваля «Студенческая весна-2016». Александр Александров, Ленардо Влетьяров, Универньюз.